будет много интересного, дорогие друзья. Я думаю, что вы с интересом будете наблюдать за этими поединками. Ну а следующими на ковер вызывается Куатбек Улу Адилет и Нурсбеков Абдулазиз. Первый из них в зеленой форме, второй в синей. Вновь арбитр следит за тем, чтобы было все правильно. В амуниции, в форме спортсменов делают они, берутся они за пояса. Можно начинать схватку. Бросок не проходит у Адилета, но остаются спортсмены на ногах. Ой, как хорошо и красиво, а? Смотрите. Чистая победа тоже. Да, чистой победой. В данном случае победу одержал Адилет Куатбек Улу. Абилима Баяма Эсэсэн Олома.